В Актобе запустили новый ферросплавный завод. В год он будет производить до 440 тонн высокоуглеродистого феррохрома. Проект стоимостью свыше 800 миллионов долларов вошел в карту индустриализации страны. Новый плавильный цех включает в себя 4 печи постоянного тока нового поколения. Ввод объекта в эксплуатацию увеличит извлечение хрома, снизит расход электроэнергии и количество образующейся пыли. Кроме того, внедрение инноваций решит проблему с утилизацией шлаков. Аналогов такому заводу на территории СНГ нет. Подобный ферросплавный завод сегодня работает в Южной Африке, однако его мощность гораздо меньше актюбинского. Пошли первые тонны металла на наши первые печи. Здешнее производство как бы более совершенно, чем прежние цеха. Здесь все автоматизировано, можно сказать, ручной работы минимум. Уникальность этой печи в том, что более мелкая фракция может применяться в плавке, в процессе плавки.